А сейчас вам покажу еще один вариант, как можно обмотать бинт, буксирский бинт на пол. Итого это уже пятый вариант. Смотрим. Одеваем лямочку, но теперь мотаем не наверх, как обычно делаем, а мотаем вниз. Наматываем на низ, фиксируем кисть. Мотаем, фиксируем большой палец. Еще раз кисть. И теперь с середины ладони делаем обмотку пальцев по очереди. Здесь и здесь. Фиксируем суставы. И если вы сбит длинный, то мы можем это сделать еще раз. Раз. Два. Три. Фиксируем середину. И затягиваем длинный. Еще один пятый вариант, как можно наматывать бинт на руку.